Сейчас Владимир немножко устанет. Знаешь, что сделаю? Иди сюда. Зайди ко мне. Возьми ключ. Тренажеры не знаешь, что или нет? Посмотри, если тренажерные открыты. Есть тренажерные открыты, закрыт. Я закрыл. Ты несешь мне оттуда эту черную штучку. Алло. Сейчас он идет, пошел уже. Угу. Вот туда. Туда в уголок поставь. Этот. Борешься одной рукой. Да. Одну руку здесь держишь. Борешься ногами, руками с Даником. Даник, ты пока борешься. Ты борешься ее ногами, руками, а он борется только одной рукой, двумя ногами. Одной рукой будешь. Я? Да. Хорошо. Сейчас, да.
Ты будешь с тем Адором поговорить? Без рук. Можешь? Хорошо. Прошу свидание. Владимира возьмешь. Хорошо. Бороться. Я кофе выпил. А меня Денис, не спеши, спокойно. Спокойно, переоденься. Хорошо. Заправили, стали по парам. Так,
сейчас пока Артемчик вот там разогреется, придет Андрюха, не надо, Пучкомик. 10 раз один, 10 раз один. Смотрите, задняя подножка вправо, задняя подножка влево. Бросок через плечо вправо, бросок влево. Пожалуйста. Оп, разогрелись. Чтобы мы поделали движение. Так, все. Вот бросок. Можно делать два броска. Вот здесь на середине и здесь. Больше тогда или один делайте. Тянем, тянем. Да, хорошо, хорошо. И в конце бросочек. Вот здесь меняемся. Меняемся. Отсюда туда. Отсюда туда идет. Туда один бросает, туда другой бросает. Хорошо. Аккуратненько там. На пятки становишься. На пятки становишься. Уходишь, не подседаешь. Мате, еще раз. Мате, стоп, останови. Взял отсюда захват, пошел здесь бросил. Он вернулся. Взял отсюда захват, пошел бросил. Взял потом такой, бросил. То есть три захвата. Отсюда. Первый захват это классический, потом правой рукой, левой рукой. Пошли. Три-четыре подворота бросок. Три-четыре подворота, второй бросок. Второй номер делать. Вот. Держи его. Держи пузика. Отсюда, Андрюш, отсюда второй номер делай. Отсюда сюда второй. Грязно, все время в одну сторону. Захват меня, не скорость. Каждый раз новый захват. За две руки. Еще две минуты. Ну, я у вас потом. Ну, ну, подскажешь. Нет. Пойди, хороший захват. Иди сюда. Опять, я сюда беру, смотри, через кулак. Вот. И не здесь, а вот здесь. Если здесь держишь, значит тащи руку за торгу. А если здесь делаешь, просто поднимай. Денис, вот Буряна не работает. Проследи, пожалуйста. Или как летчик. Осталось 30 секунд. А вот то же самое в другую сторону. Взял отсюда захват. Можешь туда бросить? С этого. Правый, да, 15 секунд. Ты как-то должен
Вот, смотри. Нет. Да, отсюда, просто сюда. Нет. Да? Теперь в другую сторону. Вот отсюда. Вот раз. Два. И как? А вот так. Мате. Мате. Встали. Все на ковре. Все разобрались. Боремся без бросков. 3 минуты стойки и потом начинаем бороться. Ну, вот смотри, взял захват, не жмотится, не надо рвать захваты. Потихонечку защищаться, постараться залезть, туда залезть, постараться сделать бросочек. Ну, и как раз опять ботинки тренер. Готовы? Хаджиме. А потом я уберу половину и уже... Значит, смотрите, вы будете бороться, боретесь. Если проиграл и упал на ипон, значит ипон. Если упал на вазаре, значит надо еще одно в вазаре сделать. В партере удержание только сверху 20 секунд ипон. Эй! Пацаны! Эй! Сверху сел на него, 20 секунд удержал, это ипон. Если удержание сбоку делаешь, спиной делаешь, со стороны головы, 20 секунд это только вазай. Я вас поднимаю стойку, вы дальше боретесь. Болевой, болевой, удушающий, удушающий. Понятно, да? Значит так. Построились здесь. Поступок сюда. Владимир, ой, возьми чучело, пожалуйста. Убери туда. Вот это чучело вот сюда. Бурдожа Влад, сюда. Командное состязание? Да. Значит, выходит Владимир Дани. Владимир Дани, кстати, здесь по вас подбирать было. Подошел Дани. Так. Кто Дани-то выбирает? Я. Сюда. Владимир сюда. Так. Выходит Бутук Унгурян. Выбирай. Унгурян сюда, Бутук сюда. Подожди, стоп, нет, вы туда встали, я извиняюсь. Нет, Владимир остается. Нет. Сырбу, ты с кем подрабатывал? Я с Потоком. А, вот. Владимир, Влад, встань туда, пожалуйста. Дебискон и Унгурян выбирай. А что с Потоком будет? Бискон и Унгурян. Унгуряну сюда, Бискон сюда. Сырбу, Бутук, пожалуйста, выбирай. Бутур. Так, Георгий Чезов. Чезов сюда. Георгий, да, сюда. В следующий раз Даня пойдет в свою команду, ты будешь больше выбирать. Так, первые две схватки. Влад борется. И Пастухов. Туда. Здесь борется Чезов, Георгий. Вот здесь. Все остальные ушли. Потом три пары других пойдут. Все остальные ушли. Так, Унгурян. Вон там судишь. Уважаемый судья. А ты в какой команде? Унгурян, а ты у кого в команде? Я в Баскове. А ты? Я тоже. А, нет, туда нельзя. Кто в команде у Влада? Висну, души. Висну? Влад, ну кто судишь здесь? Значит, еще раз. Ипон, ипон. Ай, вазари, вазари. Да. Удержание верхом. 20 секунд, чистая победа. Болевой удушающий. Юрий Александрович. 4 минуты или 3 минуты? 4. Хаджиме! Че, Пастухов Чеза. Георгий Бурдужа. Там это пьесы и пальцы совсем находятся. Стоп! Вот это. Тимоно было.
Нет подготовки. Просто взял и сел на колени. И все, и потянул спину, наверное. Время. Барсуков 7-0. Счет 1-1. Правильно, Владимир, туда. Вышли. Одна сюда пара, другая сюда. Вышли. Владимир, вы туда идете. Бутук Денис. Бутук там Цирго. Здесь. Чезар. Что? Если можно, вот тут сварку. Я здесь просто стою уже. Георгий, ты ешь кумени сапоги? Чезар, я тебе прошу вон там ту сварку. Посмотри, пожалуйста. Итак, счет 1-1. Итак, кто за команду Пастухова? Цирку? Да. И поменяйтесь местами. Кынку Мамедов. За команду Костукова Унгурянов, Кынку и Цирку. Счет 1-1. Им 3 минуты. 3 минуты. Джер! Баба за рекорд. Даник, больше, Пастухов больше защищается, чтобы мяча хотя бы было. Даник, Дудинский, наверное, так лично.
Я ж
Поздравить, Чезар. Танцпул. А ты? Георгий, что ты лежишь так? Еще раз, не лежите на животе, уходите чуть-чуть в бок. Зачем? Вот просто Денис, он тебе расскажет. Такой не ездит. Вот его и спросил, тебе расскажет. Так не я спрашиваю. А, ты спросил. Да, ты видел, как мне было легко? Лежишь на животе, значит, тебя задушат. А, ты спросил. Тебя просто задушат. Ага. Сейчас я смотрю, разговариваю. Георгий, хочешь лучше о вас? Поехали. Сразу проверяю. Сразу проверяю. Сколько еще осталось, Александр? Сейчас вернусь. Надо показывать, обязательно делать, показывать, чтобы время ушло. Как в базаре? Не-не-не, Влад, там полностью спина была. Я видел. Пастухов, команда его ведет 1-0. Георгий проигрывает, счет будет 1-1. Чезар, за тебя? Будет 2-0. Да, будет 2-0. Нет. Кто? Да, 2-0 будет Пастухов. Сколько осталось? Время, что ты смотришь? Время. Слободинил Чезар. Общий счет 21-1. По команде 2-0. Следующее выше. Готовы? Здесь у вас ничья, да, никто не ведет. А у нас кто-то. Тут Бутук 1-0 ведет, и там Даник 1-0 ведет. Красавчик. Готовы? Да. Время. 3 минуты. Нет, Даник, мы отряд. Артемчик, сядь там, пожалуйста. А, Артем, ты иди туда, ладно. Есть, Базарий Владимир. Давай. Влад, посуди. Посуди там, пожалуйста. Давай, да. Попробуй наглянуть за кос. Ну что там, Артем, помогает. Пошли, возьму на наглянуть. Я как же. Теперь подсечь. Ну, подсечь здесь. Еще раз две, еще раз не голы. Подсечь, да. Подсечь, если это цель. И смотришь, как судья помогает. Мальчики, смотри, что? Давай, да. Мы нашли. Вот.
Люди не отправятся. Твоё подсечка. Итак, Бессон, Денис и Кон. Как они? Владимир Ильич. Сверху захват, сверху сеть. Сверху Владимир, сверху. Мы не наблюдали. Сергей, это поменяйте мне букау маленький, я ничего не могу делать. Дайте мне средства. Сергей, ты должен был. Георгий, да. Влад, построй свою команду здесь. Не здесь, вот здесь. Вот тут, вот, лицом. Пастухов, сюда, чуть-чуть. Вот так. Так. Здесь Пастухов выиграл 1-0. Здесь выиграл Чезар 2-0. Здесь выиграл Денис 2-1. Там выиграл Бутук 2-2. Там выиграл Владимир 3-2. Команда ваша выиграла. Ушли, выпущи, пожалуйста, туда. Так, Чеза, Георгий, вышли. Быстрее. Ушли остальные, что ушли. Третья схватка, потом меняют. Готовы? После третьей схватки меняют. Вот у них, один на них. Готовы? Хаживаем. А как 1-1? 1-0 будет команда Влада. Там же ничья была, да, друг? Два дня, да. Да. Опять то же самое, Георгий, надо. Тот же захват. Вспоминай, как бросал, как брал Влад. Только так. Я ноги на ширине меч. Смотри, как через грудь сделали. Да? Как только убегает, побежал за ним, так и упадешь. Работай левой рукой. Вверх, вниз, передний. Бам! О, куда так взял? Куда так взял? Держать! Стоп, вот я. Как только остановишься, сразу летишь. Ну, спасибо, пора. Отжим. Нет, все равно. Только так, только обороты. Видишь, он ждет тебя через грудь. Сейчас кому-то он паши ела на руку. Пастухов шидер за неведение забил. Где за душу? А, тут не было. Следующий готовы? Да. Вот, вот она левая сторона. Право, право, бросок раз влево, и все, и спина не травмируется. Да верни, базаре. Почему базаре? Ждать удержание. Ушел. Время.
он зарез считается только в дзюдо. То есть он зарез и остался. Ты его раз, раз и перевел на спину. И помни, может, а Вазари, да, выиграл. Поклонились, ушли. Так, следующий вышли. Три пары. И потом буду менять. Пастухов, ты устал? Ты устал? Нет. Нет. Значит так. Владимир, сюда. Вы с Ирбу туда. А Влад, вы с Пастуховым еще один склад. Согласен? Да. Значит так, выиграл кто? Георгий, выиграл Пастухов. Ты у кого в команде? 1-1. Счет 1-1. Готовы? Значит, честно, пожалуйста, посуди Пастухова. Честно. А можно мы сами его посудим? Хорошо, сами судите. Значит, честно, ты засудишь там, ты судишь здесь, а я сужу здесь. Готовы? У вас 4 минуты, у них по 3 минуты. А, 3 минуты у них, 4, 4, 4. Время! Волевой сюда надо делать, Владимир. Волевой руку убрал в сторону и волевой. Наоборот, держи его, да. Если он ошибся, держи ближнюю руку. Ляг на него сверху и души. Ляг на него! Вот так, и не дай ему встать, ноги его в сторону разведи. Возьми своими ногами ноги в сторону, сверху поставь ноги. Ложись на него, не дай ему встать. Ложись животом. Вот так, ноги между ног поставь. Сверху поставь между ног. Не снизу, а сверху. Смотри, не переверни. Две души его там. Сейчас на 16, но сделаешь удержание. Вот сейчас. Базари нету. Артем локоть был. Стойко. Стойко, да. Проигрываешь на зале. Владимир. Как же вы? Георгий, встань. Встань, потому что я один раз здесь стоял, чуть еле убежал. Вы тут ногами что-то убили меня. Кому даешь? Чего это? Я же бросил. Кому даешь? Я бросил. Вот такого? Честно, или я бросил. Кому? Нет. Кому даешь? Нет. Я бросил. Ты делал задним через грудь. Ты упал на пол. Я бросил, упал на пол. Андрюша, не спорь со мной. Базарь в бутуку. Вот так, хорошо. Держи болевое дело. Локоть подставь колено. Колено подставь. Сколько осталось? Полторы. Только удержание сверху. Япон. Вот. Не так хорошо, вот так и позже раз было. Ты руками не давай, смотри, Андрей. Ты не обижаешься, ты лучше послушаешь, что тренер говорит. Можно обижаться. Он держит голову здесь наверху, поэтому и падает. Голову вниз надо убирать. 10 секунд. И пон. Все, встали, Дани. И пон. Ушли все, брат. Сейчас просто снимаю. Там бросил бурдужа. Я знаю. Время. Время.
Я потом скажу. Ну и кон. Да, и кон, я знаю. А икона не было. Почему? Потом скажу. Икон. Ну, все, ты согласился, все, поэтому я даю икон. Ты согласился. А потом я скажу, что ты должен был сказать. Здесь что? Нет, 0-0. Команды построились. Ну, здесь, быстренько. Почему вы обижаетесь на меня? Вот я не могу понять. Только чего на меня обижаться? Я не даю бросков. А что, когда вы ходите на соревнованиях и делаете не то, что надо, вам дают победу? На меня, чего ты меня обижаешься? Что, ты постараешься, что ли? Все, побежали. Еще раз. Когда делаешь заднюю подножку, не надо голову здесь держать, надо голову опустить вниз, знаешь, что тебя через грудь все время бросают. Надо сползти с него. Так. 1-0. Ты когда падал, да, локоть поставил. Что вы надали? Я не видел, например, что вся спина была. Значит, базар. Все равно мы ее сами будем спрашивать. Показывая. Да, все тогда. Так, кто у вас выиграл? Вот. Ты. Счет 2-0. 2-1. Как 2-1? Я думаю, что между мной и... А, нет. 2-0. Унгурян и Гаскон. Ничья. Два мешка. Третий склад, ничего не могу сделать. Да. Даник выиграл. 2-1. Выиграл Бутук. 3-1. Значит, еще раз, пацаны, не обижайтесь. Не обижайтесь. Лучше подойдите и узнайте, в чем ошибка. Могу сразу сказать сверху, в чем твоя ошибка. Ты высоко голову держишь. Когда залез на заднюю, опусти голову вниз. Все, сползи вниз немножко. Он же не первый раз тебя бросает через грудь. Так. А можно у меня ошибка? Что у меня спина? Что? Как? Я не понимаю, я делаю и все равно меня болит. Не могу быстро делать. Правильно, не могу. Ты вот так же видишь, что ты через спину делаешь. Видишь сердце? Да. Можно через это пройти? Да. Можно, если головой 20 раз ударить. Молоток принести, вот так ноет. Можно выйти через окно? Да. А зачем? Там прыгай, да? Ногу сломать. Вот дверь есть, обошел. Ты хочешь чисто прием через спину сказать, а он стоит, ждет. Он что, нападает? Ты контратакуешь? Нет. Так ты две вещи должен делать. Хочешь его делать через спину сказать? Подготовь. Посадочку. Подсечка. Зацеп голенью. Зацеп голенью, он туда уходит, опять возвращается через спину сказать. Ты чисто делаешь. Или же наоборот. Покажи, покажи, а сам раз и другой прием сделай. Нет подготовки. Это что, пацан, он такой же, как ты, он уже 100 лет занимается. Он даже больше тебя, чем ты. Опытный. Он стоит, а ты раз сразу, он даже не двигается. Я понимаю, если бы он вышел вот так, да. Работаешь без выведения. Если ты в правой стойке, ты должен очень хорошо. Тум, подсечки, зацепы. Выводить надо. Соперник должен куда-то двигаться, вот куда двигаться, туда бросаешь. Так. Буду. Мы тебя покупаем, ты классный пацан. Эта команда тебя покупает. Сюда. Игуряна, мы тебя подъем. Нет, так, подожди. Вот цель покупаем. А тебя продаем. Да. Значит, мы вдвоем? Да? Ты обещал? Да. Отбороться. Нет проблем. Да? Все, нет проблем. Так. А вот у меня остался. Бутук. С Денисом. А, так я вас поменял. Да. Вас поменял. И вас меняю. И вам даю других партнеров. Поменяйтесь. Еще раз. Борьба уже не пацан. Домой пришел контр или атакуешь туда, назад броски, назад, а потом вперед. Или бросаешь вправо, а потом остается. Ты же как? Пару раз сюда залез, потом пил сюда прошел. Было больно? Нет. Вот этот раз учебный. Будешь делать всем. Все.
остаетесь вы и остается Чезар Сырбу сюда. И вы туда вдвоем. И я думаю, что да. Все остальные отдыхают. Чезар, будь так внимательным. Сейчас такой злой будет. Не забывай. Ты когда делаешь заднюю подножку, ты должен идти. Смотри. Слушай меня. Прыгать. Как мы только ставишь, он тебя через руку просто. Нет, пока не. И голова вниз. Лучше уходи вперед. Готовы? Я здесь сижу. Грянчик, да? Красавчик. Если встань, пожалуйста. Пацаны, уйдите оттуда нафиг. Как полетит, я здесь вот все вспомнил, блин. Три раза больница была, два раза. Всю больницу вспомнил. Хорошо, что мимо прошло. Джек! 4 минуты. И расслабляйся с его. Он мужик. Он взрослый. Работает жестко. Ни в коем случае не расслабляйся. Уходи вниз. Мате, не оставаться, что вытащит. Все нормально? Да. Что они? А? Куда я его сунусь и вылежу? Какого парень? Пусть, Дай мне, пусть. Дай мне потом перейти. Ну, вот он за это.
пятьдесят тысяч. Батанинец и Кивайки. Ушли. Пожалуйста, выходит Кунгурянов. В прошлый раз ты боролся с ним? А, еще нет. Выходит Денис Бутук. Бутук Денис. Этот. Да, Денис Бутук. Честно, как ты? Встал? Хочешь бороться? Я хочу. Так, что мое время? Все? Я хочу. Хочу, ладно, да? Можно с Георгием. Готовы? Джо! Можно сыр в уме. Пойдем. Следующий сыр. А? Промотай лук, сыр. Эй, да. Эй, да. Кто там судит? Кто судит? Я. Сядь туда, пожалуйста. Подальше. А пукай мне на весь грамм. На грамм, что папа, по. А ты? Вот вас, ты там так сделал, и здесь. Вот с дома будут концов у мать, блядь. А куда ты понял? Ясно. Ты кувырок через голову делал, пацаны. Без заклада. Базаре, Угряно. А ты? О, так он еще и материться. Офигеть. Проигрывай, матершини где. А пуки мне на угля. А я помню на деньги накладываю. Вот ты плечо в ту сторону. А ты? И кота пук. Бросок у меня. Ну что это за бросок? Ты на голову падаешь, шею можешь поломать. Бросок у меня. А куда? Какой ты бросок делаешь, объясни? Вот попробуй, блядь. Без захвата делаешь кувырок, ты берешь, смотри. Ты берешь низкий захват, начинаешь подворачиваться. Он идет и кувыркается. А если не успеешь, значит шею разбирай, и все это поломано. Поэтому я и говорю, блядь, без захвата, блядь, выше. Георгий, здравствуй. Как фанеру, блин. Как картонку порвали. Поклонились. Так, кто у нас сейчас тебе? Влад Бурдужа, Пастухов. Чезар сыр. Или тебе Чезар не давать сыр? Могу дать тебе белый гурян. Нет, здесь он тебя хочет. По-любому. Упрыгивай. Так, все, готовы? Победу отдаешь просто. Подтекаешь за цвет болями. Ушел через минус колен. Смотри. Душить надо сразу. Видишь, как он упал? Руки здесь. Лег на него и задушил, и все. Смотри. Если под водой тушили. А тебе? А может, я сразу? Нет. Для того, чтобы прыгали в парк, чтобы был парк, и прыгнул. Поэтому. Это как бы уход от дороги. Держать! Если есть, считает слух. Если нет, значит не считает. Вот сейчас считается, считается. Мы сказали только верхность.
Тебе все считается. Ты три схватки выиграл. Ну честно. Блин, два раза так. Один раз упал. Бумага. Не давай это делать, обязательно туда, чтобы делать через игру. Хорошо, что тебя отпустил. Сейчас бы трюфу он спину. Иди прыгай, прыгай! Сергей не отдал. Там за ноги просто. Дышишь? А ты стараешься локоть. Отворот, дерни просто. Отворот вот этот, который он душит, этот отворот. Просто дерни его и сюда. И сутрижу. Стоп, стойку. Начала хрыть. Ну, четыре. Ну, четыре. Матер.
Эй, физика, руку поставь и все. Я на себе. Это чемодан, руку поставь. Себе не понимаю. Кто выигрывает на зале? Проигрываешь, Денис? Давай. Аджина. Жопа. Но! Не ложись на спину. Душить отсюда, блядь. Матэ, стой тут. Аджина. Время. Вот тут лучше. Да. Мне лучше часто. Стали пошел от руку брат. Кто боролся? Он Гуряну боролся с ним. Нет, как все боролся. А зима молодцы. Бросок. Я делал. Время, блин, затянулся. Нет, нет. Ты делал. Ты коснулся спиной и перевернул. Вот. Посмотри на меня, ты не этот, ты просто в следующий раз что признал. Так, построили. Просто чтоб все знали. Нет, все равно надо сказать. Ну что, что у нас тогда, что не хочет?